Познакомьтесь с очень простым, но очень вкусным блюдом – сицилийскими оладьями из нутовой муки. Это популярная еда на улицах Палермо, а мы приготовим их дома. Настоящий праздник для вегетарианцев. Нутовые оладьи обжариваются во фритюре, а затем их можно подать как замену мясной котлете в гамбургерах или просто с хлебом и зеленью, полив лимонным соком. Еще их можно приготовить в виде брусков, добавив свежую зелень. Подавать панеле нужно непременно горячими. 1. В большую кастрюлю налейте холодную воду, всыпьте просеянную нутовую муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. 2. Когда все будет отлично перемешано, добавьте соль, поставьте кастрюлю на средний огонь и готовьте около 15 минут, перемешивая, пока масса не загустеет. 3. Выложите нутовую массу в контейнер, накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Масса хорошо хранится в холодильнике в течение 2 дней. 4. Выложите нутовое тесто из формы и промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. 5. Нарежьте тесто на ломтики толщиной 5 мм. 6. Обжарьте нутовые оладьи с обеих сторон в горячем растительном масле до золотистой корочки. 7. Выложите оладьи на поднос с бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. 8. Сделайте себе хороший бутерброд с панеле, сбрызнув их лимонным соком и посыпав свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита!